выше среди ребят, которые видят себя дальше, ну, как-то вот восходящие по карьере. Если раньше, когда мы учились, мы занимались, вот правильно говорите, 8 часов в неделю, да, 5-8-40, 42 часа в неделю вполне возможно была наша нагрузка. Сейчас наш предел сколько? 27 это предел. Это наш, нет, это не у нас, это наш предел. И не дай Бог учебу знания, да, где-то что-то хотя бы полчаса выйти. Вот. Поэтому при такой нагрузке, в принципе, это не разрушает эту систему. Я просто отвечаю как Марию, не бойтесь этого. Просто он в остальные часы, не все, конечно, имеют возможность пойти на второй лучше, но тем не менее, те, кто имеет такую возможность, как бы же бесплатно, у нас платные, естественно, бесплатно никак нельзя. Правильно сказал я.